Сегодня на территории Республиканской детской клинической больницы открыли памятник известному в республике хирургу Станиславу Николаеву. На открытии памятника Станиславу Николаеву собрались его друзья и коллеги. Многие из них начинали работать под руководством заслуженного врача Чувашии. На протяжении многих лет он трудился ординатором и детским хирургом в медсанчасти хлопчатобумажного комбината. В 1985 году Станислав Николаевич стал заведующим первым хирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы. Именно под его руководством активно стали развиваться новые направления в лечении детей. Заслуженный врач Чувашской республики стал соавтором множества книг по детской хирургии. На них опирается не одно поколение медиков. Именно в его коллективе родилась идея воздвигнуть эту скульптуру в память о тысячах спасенных детей. Станислав Николаевич был еще и государственным деятелем, был депутатом Верховного Совета РСФСР по тем временам, был общественным деятелем, всегда изучал науку, применять хотел медицину всегда, лучшие практики, которые есть не только в Российской Федерации, но и в странах мира. У него это получалось с коллегами, с командой, и все это внедрялось практически в медицину Чувашской Республики. Я запомнил его огромным трудоголиком, если так можно выразиться. Он любил детей, он любил жизнь, но так получилось, что он рано ушел. Но сделал очень многое. Детство и специализированная детская служба развивалась именно с открытием вот этой большой больницы, Республиканской детской клинической больницы, когда уже нужны были в нашей республике специалисты, в том числе детские хирурги, еще детские урологи и так далее, и так далее. Вот его миссия, как главного детского хирурга, учить молодежь и ставить службу детскую на высоту.